Ребятки, вас не слышно. По-моему. Все предельно нормально слышно. Сейчас наладили связь, действительно похорошело. Спасибо большое за ваше выражение эмоций. Вообще хуй. Подожди, что-то едет, по-моему, нет? Привет, Леха, ты лучший. Я знаю, спасибо. Кто-то. Кто-то перепутал валюты, по-моему, да? Да! Парма! Меня ебать, меня прям всего ебашит нахуй. Спасибо большое, хуй за сотню. Я на от души, блять, у меня. Почему в этот раз Бикрумс без Аркаши? Он погиб героической смертью. Переходила маленькая привет. Девочка дорогу. Он побежал, пошел ее прыгать, спасать. И его сбило просто огромный КамАЗ. Я не знаю, как так произошло. Мне. Аларм на стриме пиндос. Наташа Мымра, та еще я тебе отвечаю. Это просто у Наташи просто все брызжет с разных сторон. А ты проголодалась, что ли? Только кричит. Ты моя тигрица. Это ты рыгаешь или что? Ну. Марья Григорьевна, я не буду вас трахать, не умоляйте. Я думал, по-умному поступила. Она тупая, толстая мэр. Нихуя, у нас 60 квадратов радости. Это что за хуйня, блядь? Туда, браток. Клюк-клюк-клюк. Пиздец. Пошло все нахуй. Как дуджить этих красно... Все нормально! Парни, активируйте компьютер! Парни, активируйте компьютер! Активируйте компьютер! Активируйте компьютер! That's what's up, ladies, that's what's up, gentlemen. Продолжаем нашу постоянную рубрику. Смотрим на сиськи. Любви схожу я с ума, чумачечая весна, и нам не до сна. Яичек выпал. Опять у мудака что-то с интернетом нахий. Вернулся? С камбэком, братишка. Мы сможем запустить, интересно, левел-то? Время летать. Ёб твою мать, он выебал тёлку, чё за хуйня? Чё я говорю? Что я вообще говорю? Господи, что же, какая дрянь льётся с моего рта, осуждаю. Ребятки, что я только что увидел? Зачатие ребенка происходило не у меня на экране, в воспоминаниях. Что за, блядь? Меня забанят сегодня, блядь. Время летать. Вот, пожарили два блинчика, собственно. Блупс такие. Было интересно. Это кто? Пап, твою мать, Даша! Так, зачитываю тайминги. 17:39, 19:30. Сиськи и резня. 26:25, 26:35. Убивают чела. 28:18, 29:40. Сиськи. 30:19, 30:35. Сиськи.
37-04-41-10. Много сисек. 41-45-42-08. Опять сиськи. Презерватив по факту, убийца. Стоять. Любой гадон киллер. Так, ребят, тут важный сюжетный кадр. Я его покажу и опять скрою экран. Смотрите. Важный сюжетный кадр. Дровосек тащит блины. Сын шлюхи. Кексы, ребят, те самые, о которых я говорил. Вот, она их на себя напи... Блядь, мне не нравится, что два раза ему кидают... Подожди, заткнись, блядь. Мне не нравится, что два раза ему кидают клип, и я его два раза обзываю. У человека день рождения, он меня позвал на день рождения, ему кидают два раза клип, где я его у**а называю. Ну я вообще гнида. Извини, Вадь, я не хотел тебя обозвать. Выпало. Меня позвал Вадя на свой день рождения. Во-первых, что ему дарить, блядь? Я у него так невзначай спросил, типа, что тебе подарить? Он заигнорил, понимаете? То есть я у него спрашиваю, что тебе дарить, он начинает мне какие-то новости кидать, я говорю, понял, блядь. В итоге я не знаю, что дарить уёбку. И вообще пи***. И вообще пи***. Это очень удобно. Какой кулер, блядь? Ну ты прикинь, я прихожу в аэропорт, хуй, говорю, это Вадосу. Ты вообще ебаный, что ли? Конечно. Меня Ноль инфы, нахуй. Охуенный клип. Спасибо. Оп! Оба-баба! Даша, что ж такое-то, а, Даш? Что ж такое произошло? Ну это он что сделал? Это как у зубного. Вот, терапия. И он сделал, видите, сироп. Сиропом полил. Стоматолог. Ебать, транзишн камерный. Эрни, какого чёрта ты делаешь? Хуй. Смотри, он на птиц. Дай мне посмотреть. Я пузырь посматривал. Это не то, что мы делали. Ёб твою мать, Даша! Чё за хуйня, какую хуйню? Я не знаю, мне кажется, у меня просто газовая камера вместо квартиры. Я нон-стопом пержу. Я не могу. В переднем сидении, и кроме него, никто не выжил. Ты что, охуел, гандон? Пошел, нахуй, все выжили, ебан, тупорылый, блядь. Ты что несешь, бестолочь, блядь, ебучая, нахуй? Блядь, ебаный. А вот для самого Лёши послед... Понял? Не понял? Не понял? Не понял? У Сереги из А4 есть свой канал на Ютубе, и он стримил онлайн, он там сосал жестко, короче, а ты бог, Леха, ты молодец, желаю тебе пройти эту... Я не сдвинусь с места, нахуй, отсюда. Бог, если ты есть, дай мне... Вадим! У тебя мать шалава, Вадим! Ебать! Ебать! Вы в своём нахуй уме, блядь! Пизда, блядь! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!
Сеня, чё какие лобстеры, сука, у нас пельмени. Все ясно, окей, зафиксировали. Это Хогвартс, этот рот ебал. Я уже не могу, я когда эти книги вижу, я просто, я ссать на них готов, нахуй, я вам отвечаю. Это просто пи***ц, это просто пи***ц, я ненавижу. Я свою маму ебал. Ну ты и лошара немощная. Я твою мать ебал. После падения с самого верха я не сдаюсь. Нахуй раз открыл. Пошел. Самое главное, кому-то победа далась легко. Кто-то сделал это быстро, ребята. Но никто не будет спорить с тем фактом, что я заслужил победы, как никто другой. Неважно, сделал ты это быстро или медленно, далась тебе победа легко или сложно. То, как сделал это я, нахуй. 4 раза, падая перед самым финишем, я не опустил руки, блядь. Я не опустил руки, любой бы, нахуй, на моем месте слился бы собачьим. Клянусь, любой давал. Это и делает тебя сильным человеком. Когда ты упал и ты встал, нахуй. Не упал! Упал! Ты хуй! Упал, вставай! Упал, вставай! Падай, вставай! Пока, сука, не начнешь не падать, бездарная нахуй! Стой до тех пор! Сука, стоять, пока не сдохнешь! Нахуй. Что это? Нормально, нахуй! Это мы с Касаткой, если еще на одном языке базарим просто. Ну что? Тихо. Осёл! Как дела? Ослина! Я по голос посадил. Осёл! Да, это Кап. Да! Пошла нахуй, шлюха ебаная! Выкуси, мразь, 2 яиц! Ничего страшного, ребят. Бывает оступаешься. Бывает по жизни такое случается. Оступаешься. Но главное не сдаваться. Вот опять оступились. Не ноги же себе ломать, правильно? Вам с этими ногами еще всю жизнь жить. Главное, после отступления вставать. Слаб не тот, кто упал. Слаб тот, кто упал и продолжил лежать, нахуй. Упал, вставай. Уронили, встань, еблан. Вставай. Не будь пуси, шлюхи ты, кусок. Бля, с Имморталом сегодня забились. Говорит, кто сегодня не проходит эту хуйню, тот осел. Поэтому, ребята, я сегодня, я отвечаю, я не офну стрим, пока не пройду эту поеботу. Потому что, во-первых, я не осел. Во-вторых, я не офну, пока не пройду эту поеботу. Я буду стримить 8 часов, мне поебать. Я буду стримить 10, я буду стримить до утра завтрашнего. Я буду стримить до Вадоса завтра стрима. Мне поебать, но я пройду. Уже грустно. Я ушел на 2 часа и думал, сколько ты прошел, а ты падаешь равно в то место, когда я ушел. А вахап впахло. Этот человек падает в игре, но не падает духом. Я тебя...
Ну, в плане, если, ну, если попросят. Можно и пол Европы напоить так-то. Все, понял. Сука ебучая, нахуй, что? Видите, на шифте бегаю, мне типа пиху и рыля. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid, you can always repeat, learn from our mistakes. Завтра на том же месте. Пишет, сейчас упадет, чекайте. Чекай, у***. С апельсином, а не fucking land. Fuck it. Банчик картофельным крахмалом? Нахуй зен. Я зафорсил этот чип по Минску, мне помогал фэм. Нас таких трое. Это я, baby face mail и нардовик. Шатафакнись, мэн, твое мнение это пустой писк. Мой шутер белорусский Джон Уик. У меня забагалась игра, он сам пошел вперед! Сын проститутки! Удачи. Нормально, че тут? Мяу. Мяу. Ты че, блядь? О, селить. Ты что, Леха, ты уже 3 часа лезешь за мячом, ты как вообще его забил туда? Мы с пацанами... Закрой ебало! Гнида ебаная нахуй! Я ваш мяч, рот ебал, и вас всех, ублюдков, футболистов. Блять, нет, ну это невероятно, нет, это невозможно. Иный попугай, также известный как попугай Дра. Ебать! За Сепер! Дети, нахуй, насос, блять, блять. Скуки. Марк Гвакамоле, блять, сидит, ест, забайтился первый, кстати. Да, ты пока пройдешь, я успею еще один пермач отсидеть. Оп. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. У меня просто чел не прыгает! Ты чё, долб***ь, вообще что ли, ебаный нахуй? Блять! Ты чё, мразь ебаная! Пошёл нахуй. Ебать! Пошел нахуй, пенис!
Ух ты, мразь рычит, слышишь? Ты ж не сюда идешь, ублюдище! Ух ты, бля. Ух ты, ебать, нихуя ты умеешь. Блядь, выдры ебучие, сука, не грызите! Я сейчас сознание потерял. Ну, пизда. У тебя мама шлюха, ты меня слышал? Все болит, пизда. Ух ты. Я в ахуе, все начинаю убирать. Какой ужас. Убирать обратно. Куда обратно? Сейчас чекну. Блять, вообще представляете картину? Говно вываливается из унитаза, а ты его обратно туда суешь. Типа, вот вода поднялась, вот она, вот фонтан делается, и ты его обратно туда, типа, впихиваешь, чтобы оно весом утонуло. Вообще ебать, что ли? В рот все суй. А говна все больше. А, это не твое говно! Это не твое говно! Это было не твое говно, блять! Отвратительно, нахуй! Ебать, блять! Не-не-не-не-не. Фу, лезет. Что с ней творится? Да я просто на голову. Есть какое-то грязное задание. Ну, кстати, еще не обязательно грязное, может быть просто болезненное, страдательное, кринжовое. Да, блять, именно. Болезненное, у нее спид, нахуй. В общем, в каждом шарике есть какой-то прикол, и мы будем... Что? Вот на нее просто никто, я клянусь, на нее просто никто не смотрит. Она вот думает, пока они пи***ят, я могу делать, что хочу. Да. Кринжовое. Даже этот ублюдок пузатый вставил свои 5 копеек, понимаете? И в этот момент что делает эта поблядота? Посмотри, она под маркой стоит, посмотри. В общем, в каждом шарике есть какой-то прикол. И мы будем тянуть шарики, выполнять задания, пока не вытянем тот самый шарик, в котором... Ну, я хочется иногда и в***ть натуре. Спасибо за сотни. Вращается в дикой природе. В лобовуху, бэмс. Ух ты, в рот прям. Но она умеет, широко открыла в натуре пасть. Бамс, насадили. Шашлындос такой некий, хуяндекс. Все висит на дереве, блядиц. Сейчас наденешь вот это. Сам засранец. Забудешь об этой мерзкой. На лоб себе надень, ты, хакаги. Где ты должен быть? Ясно? Надевай. И мы с тобой сделаем вид, что ничего не было. Понял меня? Я бы ему сейчас хуй по усам. Но нахуй, ебать. Чё? Йо! Как в старые времена. Танюшечку, малыш. Хай. Нет. Ну чуть-чуть, чуточку, ну пожалуйста. Иди нахуй, Гитлер. Какие моменты... сразу кулачина летит. Я вообще не понимаю, с хуй она развёбывает. Отвечаю. Отвечаю, иногда полезно въебать конкретно, чтоб поняла, чё ты вообще за шваль такая. Вот это, блядь, вот этот какой-то, знаете, подход такой, эй, малышка, ты чего не... Тварь, себя пришла, нахуй, шлюха помойная, очнись, блядь. Мобилы у тебя больше нет, на горох, блядь, коленями в угол, блядь. Всё, сразу девочка-лапочка. Всё, мгновенно, моментально. Потому что, когда зубов нет, вариантов других не остается. И всем привет, меня зовут Влад А4, гуд! Ебать! Я себе, блядь! Я! Ебанистик! Я какая мадмуазель! Акулич, слышишь, какая? God freaking damn, вообще! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чудеса на виражах, не иначе. Ladies and gentlemen, пристегните ремни безопасности, хуй привяжите изолентой к ноге, потому что сейчас начинается невероятное. Женщина стала похожим быть на человека. Факты. Лен, Серега. Рекрент.
Бля, Рекрант крутой стримак. Рекрант крутой. Рекрант классный. Алоха Данки. Алоха Данки. Алоха Данки классный чел. Алоха Данки классный чел, но как стример, блядь. Че он сейчас, кроме покера и Харсоуна, вообще стримит что-то или нет? Алоха Данки очень крутой чувак. Очень крутой чувак. Короче, в этот в колобок превращался, катался и всех ебал. Чоджи. Чоджи крут, да, Чоджи угарный. Не знаю. Ну все. Дружище. Я подозреваю, что баклажан, ты, раз ты валюту с евро на рубли не поменял. Я просто говорю, ну, дерьмо, я свободный человек. Блядь, я сразу извиняюсь перед всеми, я сразу прошу прощения, блядь. Нет, чувак, я не вспомнил уже в 3 лет, мне близко, что ты представишь, что это писанный привет. Девочка-модель, ноги размером с 2 лет, ты не вечер, ничего не пойму, похуй, я беру отзыва брата, пошли вы все нахуй. Ваши мамы бы не стащите, снова выпивайте, полузание шлифля вас носите, всегда выключайте. Вы лелый, но вам не красите, все там грибы пьяны. Я shit talking, я им рассказываю, там я ращу и бабки силой слова. Я их поднимаю, но меня башистки, мы я их показываю. Могу, могу. Оборуется, но тебя припринимаю. Я башист, дисциплин, сидя мной, по этим судрам, шли, бегом, кандели, дерьмо, это на двух, ну, с тобой, люди, мы рэпер, что шилка уже не звук. Улистите за сером, вам душа стену мою вожу, на ратл, где разбивается, как будто она в дубух, так я перекупаюсь, земля, бля, не сундук, как у меня, и тот самый качки, да, не жрут губку, они сразу поломают. Они не жмут, и на улицах реже, чем косит. Прямо, а прямо на записи нюхает. Мразь, прямо на записи нюхает. Уже, блядь, без дозы не может же день протянуть, блядь. Твою мать! Фу, блядь! Сука! Блядь! Ааа, нет! Их рот ебал, каждой поеботы, которую они рекламируют, все очень грязный челлендж. Сереге попался лук, мне кажется, это да очень. Ну нафиг, солнышко, как же так? Жесть. А ты зачем себе тенюшки оранжевые-то наебал на глазки? Ты думаешь, красивенько, да? Ну вот просто, ну хочется въебать тебе нахуй. Вот так вот. В пизло. И все, что потерялось. А мне большие башмаки. Это барбан барбанки. Это девки это фанфейки. Там будут хорошо. Это лучше, башмаки. Я клянусь вам, это лучше. Барбанки. Парарапа, 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 башмаки, как барбарики, девушки мальчики, сладкие по карамели. Спасибо большое, спасибо. Это барбан барбарики, легкие как акцельки, а вот это ряд фонарики, а ты не машины. Кому, братва? Крикет, бейсбол, бить е... по-старому. Блять, вот взять биту, ну... Ну просто вооружиться битой, блять! Ну, блять, почему он додумался, а я не... Базару Зира, скажи, куда двигать, и я буду там. Не топать!
Опа. О, он ее приманил назад! Снял трусы. Снял трусы, а она повелась. А она повелась. Напуганная Эми повелась на хуй старый. Он ее прямо на этой кровати трахал. Прямо на этой кровати маленькую девочку распетлял. Опа, сюда. Опа. В следующий раз, как со своей шарманкой, ко мне спустишься пивко в 114 номер. Заплати, а то ебала я в рот эти ваши мимимо. По первому городскому слушать. Ты ж дай. Ехала! Это я вчера сам речил, если что. Я им не мелю, они мне пизда. Ладно, палят на моряха. Мой голос источен до фона. Делаю салата. На воздух от неделю. Почти стали ярко. Идешь на рыторина. Это я упал на мочок. Делал дресс, попил пиар. Не получилось, ты закончил. Для белорусский вводник. Мне выдаюсь лучше. Хуесос, просто взять бы его мать на кол, посадить точно так же, битой ей по... Мне действительно болит животик, будто бы я немножко голодненький. Немножко болит животик, дитят, будто я немножко голодненький. Кепа! Ты чё, нахуй, старый? За нихуя в пи***лище, как дал! Честно, ну, желания нет, нахуй, быть. Ну, я тебе говорю, как есть. Тут я был. Блядь! Сын залупы, нахуй! Это я сейчас или он? Вау! 121, дорчик. Слушай. Ты еще на три этажа не был. Если честно, ну, желания нет, нахуй быть. Ну, я тебе говорю, как есть. Тут я был. Блядь! Сын залупы! Джокер. И не Виктор Дудка. Он рано или поздно умрет. И он 100% умрет раньше меня, потому что он старый, а я молодая. Артем бывших любит, Женю Желтухину. Ха-ха, Тёма, лошара, Жеку любит Желтухину. А на урыга, блядь.